В преддверии 25-й годовщины геноцида в азербайджанском городе Ходжалы, учиненном вооруженными силами Армении над мирными гражданами, группа представителей армянской интеллигенции, находящейся в изгнании, представила телеканалу CBC видеообращение, адресованное азербайджанскому народу. Обращение зачитал армянский политик, писатель, проживающий в вынужденной эмиграции в Швеции Ваги Аветян. Группа армян, которая включает в себя политиков, деятелей, писателей, художников, религиозных реформаторов в изгнании из Республики Армения, проживающих ныне в США, в Канаде, в Швеции и в других местах мира, заявляет, что события февраля 1992 года в Ходжалы неоспоримо соответствуют букве и духу того, что представляет из себя геноцид. В соответствии со статьями Конвенции 1948 года ООН о предупреждении и наказании преступлений геноцида и выражает свои глубокие соболезнования семьям жертв и народу Азербайджана. Наша цель состоит в том, чтобы строить мосты между нашими двумя странами и выйти из тупика последней четверти века, который держит весь регион Закавказье заложником, подрывая его потенциал для развития и подлинной независимости. Наша цель не просто сосуществование, а существование в дружбе и в сотрудничестве. Араб Алиузян, Канада, автор нескольких десяток книг, Армен Меликян, религиозный реформатор, глава армянского религиозного движения, писатель в изгнании из Армении. Ваги Аветян, писатель и кандидат в президенты в изгнании из Республики Армения.